Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности, основы электротехники. Сегодняшняя тема – трехфазный переменный ток. Вот так он выглядит схематично на данном изображении. Ну а теперь пару слов о нем. На роторе двухполюсного генератора размещается три обмотки с одинаковым количеством витков, которые сдвинуты на 120 градусов друг от друга. При вращении ротора в обмотке индуктируется синусоидальная ЭДС. Величины и период ЭДС в каждой обмотке одинаков. Отличаться будут лишь в том, что их нулевые и амплитудные значения наступают не одинаково. Каждая обмотка называется фазой. А теперь подробнее. Соединение звездой. Соединение звездой – это такое соединение фаз потребителей, когда концы этих фаз соединяются в одну точку, а начало подключается к трем линейным проводам. Также, что такое фазное напряжение? Это сопротивление между каждым из линейных проводов и нулевым проводом. И минимальное напряжение – это напряжение между каким-либо двумя линейными проводами. Это мы можем наблюдать на данном изображении. Это как выглядит схематично соединение звездой. Соединение треугольника. Соединение треугольника – это такое соединение, когда конец первой фазы соединяется с началом второй фазы, конец второй фазы с началом третьей, а конец третьей фазы соединяется с началом первой. Что мы можем наблюдать на данном изображении? По сути, эта тема, скажем, такая промежуточная, дополнение к уже тому видео, которое было выложено ранее, что такое электродвижущая сила и напряжение. Но также эта тема очень хорошо подходит под тему, что такое генераторы. Собственно, данная тема лежит в основе создания генератора, устройства. Вот, о чем мы будем говорить в будущем видео. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо. Пишите комментарии. Может, у вас есть какие-то личные вопросы. С удовольствием их почитаю. Не забывайте также ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Ну, в основном все. Пишите, не забывайте. Всем спасибо. До свидания.